картошка. Вареная картошка. Так, комментируйте. Варится картошка. Лучше с вечера. До полуготовности. Так, дальше. Натирается сыр с чесноком, с майонезом. Картошку намазали и в духовку на 15-20 минут. И получается вот такая вкуснота. До полуготовности вроде варили. Нет, нет, до полуготовности. Ну, чтобы она не рассыпалась. Чтобы ага, она еще... вкусно. В майонез натереть чеснока. Сыр с майонезом. Также чесноком. Туда же натереть сыр. Все перемешать. Не солить? Да нет, майонез же соленый. Запекать. Кушать подано.